Метички здесь вот это смотрите, какая классная, 5 евро, мягкая такая классная. Это такое как сундучок такой, кошелечки, этот красивый розовый, мягкий такой кожаный, классный. 44 стоит. Красиво. Этот интересный. 16. Нравятся такие ботиночки на резиночках. Они так классно одевают. Такие. Такие покороче. Вот за 22 вообще евро. На танкетках. Вот эти классные стритика подушки. За 22 евро. И на танкетках. Отмерила я. Но они узковаты. С этими золотыми каблучками. Цепочкой такой. Я в Тека Макс, 67 евро такая вот сумочка. На змеечке. Желтенькая, черная, розовенькая. Я сейчас опять с внучкой, с дочкой на курсе плавания. Это больница санэклиникум. Вон дети оставляют тапочки. Здесь вот надо переодеваться. Я жалко не взяла свои тапочки для плавания. Я с работы. Придется мне ждать. Это такой игрушка моей внучки. Такой дельфинчик. Я его сторожу здесь. Мои дорогие. Я с дельфином. Жду внучку и дочку, пока они выйдут. Мои дорогие. Это другая сторона здесь. Стульчики такие здесь, эти тапочки оставлять. И здесь физиотерапия для взрослых и плавание для детей, мои дорогие. Покажу сейчас, что купила. Это я зашла сначала в магазин ДМ, такой вот кулечек от него. Купила хозяйственные всякие штуки для пылесосов. Бойтель для пылесосов, как по-русски он называется, не знаю. Вот такие вот штучки. 4 плюс 1 фильтр. Ну, 4 штуки такие. Мне одного бойтеля хватает там на 2-3 месяца. 10 евро стоит. Потом для стирки такую штуку. 1 евро 30. Это для запаха. Для аромата. 2 шампуни такие купила. По ангиботу 2,80 за 2 штуки шаума. Она по отдельности стоит около 2 евро. Да я сэкономила рубль с чем-то. 1 евро с чем-то. Для мойки посуды такую купила. Тоже 1 евро с чем-то она стоит. Большая такая бутылка. Потом кулечки для мусора. Разные взяла. 50 и 20 литров. Попробую такие. И такие вот тряпочки. Мокрые влажные салфетки. Убирать поверхности. Мебель вытирать. Я уже на работу 2 притащила. Одна в машине у меня лежит. И одна для дома. Они очень классные. Здесь хорошая цена в ДМ. 1 евро 29 центов. Так. Теперь зашла в такой магазин. Эдека Центр Паули. У нас открылся новый.
Я уже второй раз в него захожу. Они как когда открылись новые, у них постоянно предложения выгодные. Мои дорогие, сейчас покажу. Мороженое такое вот. 1,88 € кактус. Оно на кончике прямо трещит вот так. Дети любят. Мой сын тоже любит. Прямо трескается вот так вот как-то необычно. Вообще оно стоит около 4 €. 9 штук здесь. Потом сыр такой Костелло чеддер. 140 грамм я взяла за 1,70 €. 1,70 €. Сырок Ледомер я взяла тоже в Ангиботе. 1,30 €, по-моему. Или 1,50 €, уже не помню. Сколько там грамм? Не написаны граммы. Или я не вижу. 124 грамма, по-моему. Потом такие итальянские макароны. Риколини какие-то. Риколи. За 1 €. Мясо курицы, филе. 400 грамм за 2,50 €. Вот, смотрите, 2 дня остается дата. Если вы будете сегодня, завтра, послезавтра готовить, можете спокойно брать с такой этикеткой. Еще 3 дня у нее срок. Филейная курица классная. Потом такие фиш тепчен 2,70 €. В Ангиботе тоже. Потом такая колбаска 1 €. Она такая, как крестьянская ветчина с чесночком. Салями файншмейкер 1,20 €. Она вообще нормальная, ее цена 2 €. И такая эдель салями тоже 2 € стоила, а 1,20 € я ее купила в Ангиботе. И такая вот колбаска, как желе, как холодец. Там много коллагена. Кому надо коллаген, вот кушайте такую колбасу. Она стоила 2,50 €, я ее купила за 1,24 €. И смотрим ее срок. Сегодня последний день. Надо ее сегодня скушать, сейчас на завтра. Так. Еще одну такую же купила. Тоже 1 €. Так. Огурцы купила. 2 огурца таких по 50 центов каждый. Потом душ-гели. Самые дешевые в этой эдеке Паули по 65 центов. Это морской бриз. Это для сына. А себе я взяла Мильчун Хониш. Это молоко и мед. Тоже 65 центов. Вот такие вот мои покупочки. Привет, мои дорогие. Давно с вами не виделись. С вами ваша Нелли. Лайкаем, подписываемся, оставляем комментарии. У нас эту неделю была такая дождливая погода. То солнце, то дождь, тепло. Я вот наконец-то одела платье, а то всю неделю надо было на работу в джинсах ходить. В прилипочку. Они прямо ко мне приклеивались. Потому что была такая влажная субтропическая погода. Как перед дождем парит вот так вот. И было ужасное состояние. Наконец-то я одела такое вот легенькое платьечко. Хочу вам рассказать, что у нас там новенького, значит, произошло. У нас на фирме было это... Наша фирма принимала участие в беге. В нашем городе проходил такое соревнование по бегу. Для всех желающих надо было заранее себя там записать, анмельдовать, как немцы говорят. И наша фирма уже давно, как за полгода, себя анмельдовала. И количество людей там записала приблизительно. И один парень себя записал, но он как сейчас в отпуске в Турции. И он не смог, как говорится, быть здесь. Он сейчас в Турции. Забыл, что у него, значит, отпуск. Не посмотрел свой календарь. Ну и кинули клич, кто же за него будет еще бежать. Ну и пару таких спортивных коллег, они себя сразу записали.
И пришлось еще там одной коллеге вместо этого отпускника, значит, записаться. И люди еще не рассчитывали, что это будет не выходной день. Все как-то рассчитывали на субботу, что это выходной день, и они потом себе, значит, ну, отдохнут после работы и будут бегать. Но это оказался четверг. Это было вчера, значит, после длинного рабочего дня. Люди еще поехали, это вот, им выдали футболочки всем одинаковые, ну, кто, чтобы отличалась, как команда, значит, была. У нашей фирмы были беленькие футболочки. И они в 7 часов вечера где-то приблизительно, ну, началось это, значит. А я как раз в это время... У меня было столько дел, я после работы сразу, мне надо было заправить машину, мне надо было заехать в банк, надо было купить продукты домой, потому что был уже пустой холодильник. И я, значит, с работы, вот это вот туды-сюды, туды-сюды, по магазинам, потом еще зашла сюда в торговый центр, здесь еще пробежалась по магазинам. В H&M зашла, там посмотрела, осенние коллекции уже есть. По обуви чуть-чуть пробежалась, там присмотрела себе более-менее там, что мне на осень там надо, на, ну, если вот сейчас вот такие дожди там. Туды-сюды, в Текамак зашла. Ну и возвращаюсь часов 8 я домой с этими покупками. Моего сына дома нет, он меня не может встретить с этими сумками. Он ушел к другу. И я, значит... А я живу как раз возле парка, где проходят эти соревнования. И я, значит, не могу найти парковку. Все было забито машинами. Где-то с Ливеркузена, с Радефонвальд, Вельмерскиршен. Все соседние города тоже поприезжали. Потому что люди, например, фирма находится в нашем городе, а жить могут люди в соседних городах. И их семья тоже хочет посмотреть, потому что в парке сделали павильоны с едой, с напитками. И брали некоторые своих этих, своих родственников, там, мужа, жену, там, детей, там, чтобы люди тоже отдохнули как культурно. Ну и все эти машины поставали на эти прилегающие улицы к парку. Я 3 круга делаю, наматываю с этими сумками. А еще такая погодка, дождик накрапывает, непонятно, такие темные облака, что сейчас там это как ливанет что-то. И я это вот как здесь стояла возле торгового центра, 3 круга сделала, ничего не нашла, опять сюда поставила машину и пешком с этими сумками пошла домой, потащила. Думаю, да, классно сделали, конечно. Кому-то спорт и мероприятие, а кому-то негде припарковаться и надо сумками тащиться. Думаю, вот классно, я отъехала. И на тот же самое... парковочное место я и заехала, где я здесь это в торговом центре покупала. И также я потом сделала 3 круга, намотала, ничего не нашла, опять поставила здесь машину и это вот на свое же место и с сумками пошла домой. И сегодня утром я раньше поставила себе будильник, чтобы, значит, успеть вовремя на работу, и, ну, дальше надо было идти, как говорится. И потом во время работы у нас сегодня пошел такой сильный ливень. И именно один раз пошел, второй. Потом мы уже выходили с работы. И опять начался такой ливень. А у меня зонтика не было. Я думаю, то что мне, ну, как от фирмы, от дверей, добежать до машины во дворе стоит. Но был такой ливеняка, так оно лило, как будто вот ведро... ведрами так вот выливают, что можно за секунду стать мокрой. Я взяла такую пленку, которые лопаются там эти вот такие
отрезала себе такой кусок, где-то метр на метр. И вот так вот на голову, как косынку, я вот так завязала и до машины дошла. Смотрю, у какого-то коллеги машина тоже покрыта такой пленкой и окно открытое. А у него что-то или окно было, что-то там не в порядке, или не закрывалось, или что. И он, чтобы вода не затекла в машину, тоже накинул на машину такую пленку. А потом сел в машину, а ехать он не может. Потому что если окно открыто, эта вода попадает, заливает прямо, ну как льет вода вот так вот ужасно. И мне еще надо было ехать домой по мосту. А я такие планы делала, думаю, ой, вот это конец рабочей недели, я сейчас это и туда поеду, и в бассейн, и позагорать, и на шопинг, и туда, и на концерт. У меня такие были наполеоновские планы. Но погода все испортила, я еле доехала домой. В такое время, в час дня, столько было машин, и все вот так вот едут. Это льет, все, каждый брызгает вот так. Я по этому мосту чуть с него там не упала. Аккуратненько так ехала и как-то доехала домой с Божьей помощью. И думаю, ничего я уже не хочу. Пришла там, обед сделала себе, борщик сварила. Так удобно, кстати, я в Эдике купила, там есть русский отдел, ну, продукты с России, с Украины. И там в банках борщевая заправка. И я, значит, взяла эту баночку, а забыла купить капусты и картошки. Думаю, что ж я собралась борщ варить, а надо... У меня всего было две картошечки, капусты вообще не было. А здесь немцы для супов продают такие суповые овощные наборы. И там такой лук толстый такой. Он такой, во-первых, он такой плотный. И он так вот нарезается кольцами. Вот такая вот длинная фигня. Какой-то лук паре, или не знаю, как он называется здесь. И я его вместо капусты вот так нарезала, его много получается. И вот эту баночку заправки, эти две картошечки и зажарку я еще, правда, сделала сама. У меня был лук и морковка, и зеленюшка была, петрушка, и томатная паста. И я, значит, зажарку сделала. Такой получился борщ. Я сегодня после работы, после этого дождя, две тарелки этого борща я уговорила. У меня еще сметанка была. А мой сын приехал с учебы и... я легла еще спать. Вот это поела борща и завалилась. Думаю, так, все мероприятия отменяются. Погода нелетная. Ну и завалилась спать. Думаю, так, кушать я приготовила вот борщ. У меня сын кушает эти все русские, украинские блюда, супы он кушает. И я думаю, я сварила борщ, это, и слышу, он пришел и ходит кругами, наматывает круги, ищет, что покушать. И смотрю, борщ он не ел. Я сейчас вышла вечером, думаю, мне надо все-таки купить что-то. Я так вчера набирала вот эдаки по-быстрому, вот это после работы. Взяла эти креветки в пачечке такие, в соусе провансаль. Их всего лишь 5 минут прожаривают на сковородке и спагетти отваривают, и все это перемешивают. И уже, ну, получается, этот провансаль, он как с чесночком, такой вкус пикантный, и как спагетти нейтральным, классно получается, быстро и здорово. Я все купила, а спагетти не купила. У меня есть обычные какие-то рожки там, но оно как-то, ну, не подходит. И я из этих спагетти, вот это сейчас вышло все-таки. И сейчас такая классная погодка, свежий воздух после этого дождя, и не холодно. Но люди одеты в разнобой. Кто в куртках, таких уже осенних с капюшоном, в плотных штанах, кроссовках, кто в шортиках идет. Разнобой такой вот. Я тоже не знала, что одеть. Одела сначала такие кожзам брючки. Эко-кожа. И в них так мне было жарко. Я их быстро сняла.
Они опять ко мне приклеились. Я думаю, нет, надо что-то легенькое сейчас одеть. Ну все, мои дорогие, лайкаем, подписываемся, оставляем комментарии. Стою сейчас возле Пенни. Зашла, купила здесь немножко продуктов. Видите, людей мало, потому что уже вечер. Такие вот продукты. Картошечка очень дорого сейчас. 2,5 килограмма, 3,70 €. Такие вот персики сплющенные, 1,50 €. Спагетти 79 центов. Томатики, вот эта упаковочка 1 €. Масло подсолнечное 1,79 €. Яйца десяток 2 €. Стейки такие купила 3,30 стоят. 450 грамм. Это сыну купила такие, как они называются? Ну, короче, с молоком их надо. Пачку молока вот 1,15 €. Мороженое. Это как пломбир. Но здесь он называется на Хрусише Арт. Он стоит дороже, чем немецкий, такого же плана, с шоколадом. Даже немецкий стоит 1,50 €, 8 штук. А русский с Москвы 6 штук стоит 2,20 или 2,29. Так, кофе такие, ПЭЦ, для ПЭЦ-машины. 1,69 € здесь в Ангеботе. Потом такие крекеры 50 центов. Сыну купила такие начо. Бананчики 1,19 €. И к начо такой соус сырный 1,19 €. Такие мои покупочки на 25 €.